Ребята, привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Сегодня я хочу с вами поговорить про клинзеры. Вообще, очищение лица – это одно из самых важных этапов в нашем уходе за кожей, и который как бы ни одна девушка, женщина и даже мужчина не должны пропускать, потому что мы очищаем лицо. Если вы неправильно очищаете лицо или вообще его не очищаете, у вас будут прыщи, угри, покраснения и так далее, то есть куча проблем. Поэтому выбор клинзера – это вообще очень важный этап в вашем уходе за кожей. Я к этому этапу начала относиться достаточно серьезно последние несколько лет, потому как в следующем году… Нет, не в следующем, в этом году мне уже будет 30 лет. Средний возраст не за горами, поэтому я перестала пользоваться клинзерами, купленных в супермаркете, не знаю, клинзер от Nivea, либо от Clean & Clear. Если вы не хотите негативных эффектов, я бы советовала с этими клинзерами не экспериментировать. Поэтому сегодня я вам хочу рассказать про три клинзера, которые я использовала последние вот несколько месяцев не одновременно. Ребят, я начну свой обзор с клинзера от Джернетик. Это очищающий и отшелушивающий гель для лица и глаз. Вообще фирма Джернетик – это профессиональная космецевтика, клеточная космецевтика. Джернетик была создана в 1978 году ученым, который изучал связь между внутренними проблемами организма и их внешними проявлениями. То есть за плечами этой фирмы очень много научных исследований, и действительно вот этот клинзер, он глубоко очищает лицо, у него такая гелевая структура, и там маленькие такие отшелушивающие частички, которые на самом деле не царапают лицо, потому что я вообще не люблю использовать крабы, потому что они растягивают и царапают кожу лица, но эти частички, они очень мелкие, практически неощутимы. И вообще этого геля нужно совсем немножко. И я по совету мамы использую такой спонжик, и наношу на серединку совсем немножко продукта. Вообще советую вам приобрести спонжик, если вы очищаете лицо каждый день. Это намного более эффективно в том плане, что вы используете меньше продукта, но также и очищение будет более глубоким, и вы сможете удалить весь макияж с глаз и с лица более таким эффективным способом. Я вообще очень рада этим очищающим гелем, потому что он смывает не только макияж с лица, но и еще и макияж с глаз. Следующий клинзер, про который я вам хочу рассказать, это клинзер от доктора Михайловой. Это очищающая пенка для лица Gentle Cleanser Mousse. Он обладает таким мягким кератолическим действием, эффективно удаляя загрязнения, избыток кожного сала и макияж. Вообще, это профессиональная косметика. Чем она хороша? Тем, что здесь только натуральные ингредиенты, и вам нужно совершенно немножко вот этой пенки использовать 1-2 раза в день. Этот гель-мусс подходит больше тем людям, кто делает очень много пилингов, много процедур. Если вы делаете мезотерапию, если вы делаете, там, не знаю, пилинги, этот очищающий гель, он не раздражает, точнее, пенка, извините, не раздражает кожу после вот этих процедур, потому что он очень-очень такой мягкий, легко смывается и не вызывает, самое главное, не вызывает раздражения. У него вот такая вот кругленькая штучка на конце, его нужно немножко взболтать перед использованием. И вот такая структура пенистая. Этот гель также стимулирует процессы клеточного обновления, не разрушает защитную мантию кожи, имеет нейтральный pH и подходит для всех типов кожи. Ну, наконец-то, последний клинзер, про который я вам сегодня расскажу, это Shiseido и Buki Ranch. То есть этот клинзер, он наиболее бюджетный из всех
трех, которые я вам сегодня показала. Этот клинзер, он имеет такую кремовую основу. Клинзер на самом деле замечательный. Если у вас сухая кожа, он не высушивает кожу, оставляет ее, нет такого чувства стянутости. Но он не очень хорошо, как я бы сказала, что он не очень хорошо очищает кожу. Такое ощущение, как будто бы мы выдавили крем и добавили туда немножко воды с маслом. Вот такая у него структура. Я с этим клинзером была достаточно долго, но я начала замечать, что у меня немножко стало появляться немножко больше прыщиков из-за того, что, мне кажется, этот клинзер не очень хорошо очищает кожу и не смывает макияж с глаз. То есть вам нужно глаза смывать отдельным средством. Поэтому хороший клинзер, но из всех трех клинзеров, которые я вам сегодня представила, для меня самый классный, это, конечно, гель, очищающий гель от фирмы Джернетик. Он наиболее глубоко очищает кожу на таком клеточном уровне, также не оставляет чувства стянутости и имеет такие маленькие отшелушивающие частички, которые также немножко скрабят вашу кожу, не растягивая ее и не царапая. Ребят, спасибо за просмотр. Если у вас есть какие-то вопросы либо комментарии, обязательно свяжитесь со мной, я буду очень рада. У нас в Новой Зеландии сегодня Пасха, поэтому мне вот подарили такие два зайчика. Один черный шоколад, второй молочный шоколад. Так что я желаю вам провести отличных выходных, желаю продуктивной рабочей недели. Следите за кожей, и я увижу вас, надеюсь, в следующем видео. До свидания!